анонс и точная дата выхода второго сезона сериала «Миша портит все». Премьера второго сезона стартует с 11 января на телеканале СТС. «Миша портит все» второй сезон – это продолжение российского научно-развлекательного скетч-кома. История рассказывает о невероятном гении, который старается показать мир не таким, каким его видят простые смертные. Главный герой – безумный Миша, который очень любит познавать мир и все, что с ним связано. А своими научными открытиями он с удовольствием делится не только с экспертами, но и с приглашенными звездами шоу-бизнеса. Во втором сезоне зрители увидят таких знаменитостей, как Филипп Киркоров, Сергей Светлаков, рэпер MC Дони и другие. В одном из эпизодов гений Миша будет доказывать, что все тренинги личности роста – это обман и легкий способ выкачивания денег. А доказывать эту точку зрения главный герой будет не один, а с российским королем эстрады Филиппом Киркоровым. Вместе они исполнят в шуточной форме песню «Если хочешь идти, иди», и на ее примере расскажут, что в ней заложено намного больше полезной информации и бесплатных советов, чем на дорогих мастер-классах и тренингах личностного роста. Напомним, премьера второго сезона сериала стартует с 11 января на телеканале СТС. Если вам нравятся российские сериалы, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.